Я принимал присягу в Украине, в срочной службе, и как-то у меня одна страна. Бежать по полю, когда тебя расстреливают со всех сторон. После поездки на этой машинке, говорят, мне американские горки уже не интересны. Ну, Донецк сам по себе пижонистый город. Ну, не выйдешь даже, мусор не вынесешь в трениках и так далее. А когда на улицах появились люди в спортивных костюмах, в носки заправленные и в туфлях, ну, это понятно, что это не дончане. То есть мы понимали, что происходит. И я в тот момент работал и в Харьковской области, я видел, когда собирались на объездной Харьковской по утрам автобусы с белгородскими номерами, с курскими номерами, и сопровождали наши же работники, да и их в Донецк. Я на тот момент не понимал, что происходит. То есть это была искусственно созданная ситуация. Я не знаю, тоже тут такая информационная война пошла и с украинской стороны, что все донецкие подонки, что они как бы, ну, пытаются оторвать часть Украины. Но на самом деле все-таки это все было из людей. И я очень многих знаю людей, которые проукраинские остались на тот момент. И как бы я принимал присягу в Украине в срочной службе. И как-то у меня одна страна. Когда я пришел в военкомат с одним военным билетом, когда у меня не было даже личного дела, мне сказали: «Боже, откуда ты свалился? Ты же головняк. Ну, блин, мы своих тут не можем определить. Где ты свалился на нашу голову?» То есть я была проблема. Ну и после общения с военкомом он сказал: «Ну что, тогда 80-е, добро пожаловать волком». Я поехал в 80-е с одним рюкзачком. А потом мои коллеги очень сильно помогали. Мой коллектив купил мне бронежилет. Они купили мне каску, они купили мне разгрузку, они купили для нашего батальона зарядно-пусковое устройство, которое не всякое СТО, ну, позавидует. Оно нас очень сильно спасало. Мы БТРы в 30-градусный мороз заводили, помогали инструментам, запчастями. Я им передавал списки вплоть до медикаментов, болгарками, электростанциями. То есть комплектовала нас вся Украина. Это моя родина, и как бы вы поймите, что когда у вас сарай забрали, ты ж хочешь отомстить. Почему мои родные должны там искать себе убежище, когда у них есть комфортный дом, да, когда есть квартира, когда нажитое что-то. И они должны все были бросить. То, что я увидел после того, как мы приехали, я увидел Славянск, въезд, разрушенные мосты, заправки расстрелянные, магазины. Немножко щемило. Нам нужны были постоянно запчасти. Машины после долгих консервации не хватало запчастей. В наших складах это не было в наличии, по наличию. Нам перечисляли на карточку какие-то деньги, и мы покупали запчасти своими силами. И мы в Константиновке зашли в автомагазин. Подходит мужчина, говорит: «Солдатики, добрый день, пойдемте с вами в кабинет». Это хозяин магазина. Он говорит: «Ребята, я проукраинец, я вам максимально буду помогать. Я уже знаю, что такое русский мир». И на протяжении всего этого у нас завязались такие дружеские отношения. Мы на День Святого Николая, то есть у нас волонтеры помогали, но были излишки того же, тех же мандарин, тех же самых шоколада. Была и сгущенка. Мы хотели помочь местным детям к Святому Николаю, но я тоже не знал этот праздник. Этого праздника на Донбассе не было. Детский дом, тем более детей инвалидов, мы звоним, так и так, мы хотим вам помочь. Нам тоже такой инструктаж провели. Никаких домашних колбас, никакого сала. Все должно быть упаковано. Забили полный кунхмаза. Мы приехали туда, в детский дом. Мы не увидели ни одного ребенка. Были одни педагогический состав в актовом зале. Мы носим. Мы также видеодвойку принесли. Шоколада очень много, цитрусовых. И они стоят, смотрим, и... У нас боец поворачивается, говорит: «Видите, украинская армия есть, что есть, так что детей можете не прятать, мы их не съедим». В конце ноября меня вызвали командиры и сказали, мы приняли решение, нам нужна очень машина, которая нам поможет в снабжении аэропорта, вывоз раненых, ротации, подвоз боеприпасов. До этого выполняли эти задачи БТР. Но так как они на резиновом ходу, очень подвержены
повреждения, плюс взлетная полоса уже вся была усыпана осколками, там даже стрелять по колесам не надо, там и так можно порезать. Плюс скорость, то есть, да, по пересеченной местности 40-50. Ну, есть такая машина, мне сказали, это МТЛБ. Поедешь, их получать. Мы за ночь доехали на этом МАЗе 500 в Староконстантинов. Мы в 7 утра уже были в части. И меня уже в 10 привели на это поле, там, где стояли эти машины на НЗ. И я такой, так, распланировал день, сегодня заводим, завтра эшелон, загоняем, вперед. И когда мы первый день убили на то, чтобы просто пооткрывать их люки, когда мы купили ВД-40, я не помню сколько, мы просто потратили все деньги, которые были на карточке, на это ВД-40, я понял, что наших средств просто не хватит. Мы уже отливали петли там керосином, там соляркой и так далее. Когда мы начали заводить эти памятники, которые простояли по 30-35 лет, да, они... И у меня опустились руки, я понимал, что для этого надо не месяц, надо не два. Тогда прапорщик мне подсказал идею. Говорит, есть у меня знакомые Славуки, которые могут вам помочь. Это волонтеры, они у нас время от времени берут машины на восстановление своими силами, комплектуют их, делают обкатки, доводят до ходового состояния. Дали мне адрес, дали мне машину, и я поехал в Славуту знакомиться с людьми. У них на тот момент уже были две машины готовые, обваренные, с кумулятивной броней, они уже были обслужены. И я с ними познакомился, объяснил ситуацию, что, ребята, это надо в аэропорт, тогда как-то это было у всех на устах. Первые две машины они нам отдали, я им взамен привез в хранение на восстановление, эти две машины я забрал. И 4 декабря они уже были в Песке, эти машины. И они справились со своей задачей, то есть они как бы основные функции свои выполнили в плане скорости, мобильности и так далее. Но 4 машины мало, и я тогда повторно поехал в Славуту. И была одна машинка, ее очень полюбили бойцы. Там весь десантный отсек был в детских ручках. Я когда приехал, начал рассказывать эту историю. Хотите, мы познакомим вас с художницей? Мне показали ее папу. Я его знал, он занимался восстановлением МТЛБ. Он ее отпросил с уроков, она побежала в класс, собирает вещи. Учительница, куда ты спешишь? Она говорит, ко мне робот приехал. Ну, киборг. Мы с ней часа два, и вкусняшки ей покупал. Пытался ее вытянуть на разговор. Она такая скромница, только кивает головой, или да, или нет. Когда я включил телефон и попросил, Алиночка, ты хочешь передать бойцам привет? И тут ребенок раскрылся. Когда она выдала этот текст, ну, я бы просто шокировал. Знаешь ты, что такая батьківщина? Батьківщина – це ліс осінній, домівка твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина – це труд і свято. Батьківщина – це мама і тато. Це твої найщиріші друзі і бджола у весняньому лузі. Батьківщина – це рідна мова, це дотримане чесне слово. Мы были таксисты, кому на аэропорт. То есть нам ставили задачу, мы комплектовали машины. То есть мы, как правило, там в течение определенного времени собирали данные, кому что надо. Уже с января уже началось, то есть как бы такая, мы поняли, что идет нагнетание. Это были уже и не одиночные выезды. Было такое, что ребята выезжали по 2-3 раза за ночь. Формировали колонну, как правило. Одна машина шла, там, допустим, на вышку, вторая машина, или две машины идет на терминал, и четвертая машина идет там, на пошдепо. Ну, каждый заезд это была очень большая, ну, такая серьезная подготовка. То есть нам надо было либо с терминала, либо наблюдатели с РЛС, либо аэроразведка, либо другие какие-то источники дали нам данные максимально по огневым точкам, которые нас могут встретить. После этого готовилась артиллерия. Артиллерия, как правило, работала до того момента, как мы доходили до РЛС. И потом, после обработки артиллерии, подавления этих точек, мы уже потом газ в пол и пошли на прорыв. И бывало такое, что заходили тихо, но выходили всегда громко. Нас уже встречали, ну, провожали с таким салютом. Бежать по полю, когда тебя расстреливают со всех сторон, это немножко там адреналин льется. Один раз заехал, все трясется. Вроде успокоились, радость, живые все. Тут через час бизон-призрак. Я понимаю, что повторный выезд, надо опять ехать.
И вообще, как бы мне как сказали, что МТЛБ рассчитано на прямой бой, там пару минут и все. Но тем не менее они нас спасали. Как-то нам везло. И все экипажи, которые ездили, они меня уже к тому моменту, ну, понимали, даже если я зашел, появился, значит, не просто так пришел. Значит, надо ехать. Ребята, даже никакой приказ бы им не помог. Прикажи идти на смерть, он не пойдет. То есть, когда настолько есть риск, это было на уровне подсознания, то, что там же такие же пацаны, его надо спасать. То есть ты с ним чай пил, ты с ним вместе был на полигоне, он сейчас просит помощи, его надо вывести оттуда, иначе там считанные часы идут на, ну, считанные часы на его спасение жизни. И тогда хоть готова артиллерия, хоть не готова, есть у нас поддержка, нет у нас поддержки. Ребята все равно ехали на прорыв и вывозили бойцов. И когда мы привозили, у него нет давления, у него нет пульса, и мне медики говорят, его нереально довести. Мало того, что ты понимаешь, что там человек лежит раненый, минус 20, минус 30 мороз, потеряв кровь. Это ж не скорая помощь. Это МТЛБ, она идет на полном ходу. И, то есть у нас два трамплина, это две взлетки, как правило. Там какой-то промежуток ты летишь в свободном падении. Главное, чтобы приземлиться на два трака. И когда я инструктировал, сажал бойцов и говорю, ребята, осмотритесь вокруг себя, оденьте шлемы, там мы же в броне. Ребята после поездки на этой машинке говорят, мне американские горки уже не интересны. Это такая капсула, которая несется там 80-90, ломая все на своем пути, прыгает. Гул. Это адская машинка, в которой раз, если человек прокатится, а когда этого человека ну просто не за что взять, он ранен, это не носилки. Это... Было такое, что по 4, по 5 тяжелых увозили. Мы постоянно находились на морозе, постоянно сырые ноги. Не было где согреться, не было где поменять одежду. Мы не болели простудными заболеваниями, и люди с такими ранениями выживали. Меня 20 числа ранило, меня вывезли. А в стане у меня погиб бандит, у него позывной был Саша. Он с Рахманом тогда попытался 21 числа заехать еще на терминал. Их тоже, они попали под обстрел, их машина перевернулась, и он погиб. Мы в детстве, когда гуляли в школу, девятка, троллейбус, он ходил как раз в аэропорт. Там в старом терминале на втором этаже был огромный витраж, с которого видно полностью, как садятся самолеты, как они обслуживаются. Вся инфраструктура. А на первом этаже были игровые автоматы по 15 копеек. Мы проводили там время. И мне тогда так хотелось побывать хоть раз на той стороне, узнать, как это все, покататься по взлеткам. Что сбывается. 2014 год для меня это такая черта жизни до и жизни после. Кто бы мне тогда сказал? То есть я до этого времени думал, что у меня все хорошо в жизни, все идет по плану. Как говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Ну, как-то вот так. Кто бы мне сказал еще в 2011-2019 году, что такое может быть? Я бы никогда не поверил. Да я и в 13-м, и в 14-м не верил. В январе месяце я не верил. Это затянувшийся конфликт. А затянувшийся конфликт имеет свои последствия. То есть и с одной, и с другой стороны уже очень большие живые потери. Очень много людей ну, не смогут простить. Это мне рассказывали ребята, когда они были в одном секрете, и по ним открыли одиночные ну, автоматные очереди. Окружили это место, девочка лет 15 и два мальчика, вообще там лет 8-9. Им надрали уши, забрали автомат, дали поджопник. Они убегают, а девочка говорит, я все равно укропы мочить буду, вы моего папу убили. Пугает то, что уже целое поколение, уже детям по 7, по 8 в школу пошли, они не знают, что такое мир на Украине, да? Они же родились уже в войне.